Полигоны твердых бытовых отходов являются значительным источником негативного воздействия на окружающую среду. Согласно природоохранного законодательства и постановления правительства, с 1 января 2018 года вводится поэтапный запрет на захоронение определенных видов отходов, не прошедших предварительную обработку. Десногорский полигон ТБО на правах концессионного соглашения эксплуатирует компания «Экоинвест». С этого года она приступила к выполнению требований закона. Для соблюдения природоохранного законодательства и выполнения условий концессионного соглашения компанией «Экоинвест» было приобретено данное оборудование. Это специализированная сортировочная линия одного из заводов-изготовителей отечественного производства. Установка состоит из подающего и сортировочного конвейеров, может устанавливаться на любом ровном месте. Компания «Экоинвест» подошла к размещению установки более основательно. Залили бетонную площадку, оборудовали приемную яму, установили пресс. В ближайшее время будет возведен ангар для защиты рабочих от природных воздействий. На таких объектах Управление Росприроднадзора по Смоленской области осуществляет государственный экологический контроль. В результате этого, того, что здесь поставили вот такую сортировочную станцию, во-первых, будет продление срока службы полигона, то есть будет его емкость сохраняться, ну и будет уменьшаться, естественно, негативное воздействие на окружающую среду. Отходы будут вовлекаться во вторичный оборот. Архитектурное устройство домов в Десногорске не позволяет сортировать мусор около мусоропроводов. Управляющая компания МУП ККП вывозит несортированные отходы на полигон. Сортирование отходов сегодня будет реализовано, но будет реализовано в конечной точке, конкретно на полигоне. И поэтому будет и вторсырье, поэтому будет повторное использование и уменьшение нагрузки на природу, к чему мы все и стремимся. Я думаю, что в год экологии это очень знаковое событие. Оборудование полигона ТБО сортировочным комплексом продлит срок действия захоронения и значительно уменьшит негативное воздействие на экологическую обстановку в регионе.